Ребенок попал под автобус на угольной. Детская шалость едва не обернулась трагедией. На улице Гагарина двое детей стали жертвой собственной беспечности. Если для одного из них все обошлось без последствий, то второй пострадал достаточно серьезно. По словам водителя автобуса 48-го маршрута, он ехал со скоростью километров 40-50. Ускориться на этом участке сложно, проезжая часть узкая и дорожное покрытие развито. По обочине в том же направлении шли двое подростков. В тот момент, когда огромный корпус пассажира поравнялся с детьми, один из них, играя, толкнул второго, и тот буквально ударился о борт автобуса. Мгновенно затормозить при такой массе не получилось, и автобус проехал еще несколько метров, прежде чем смог окончательно остановиться. И ребенок не попал под колеса, но удар не прошел для него бесследно. Врачи скорой, которых вызвали на место аварии, установили, что от удара мальчик лишился нескольких зубов и получил сотрясение мозга. Жизни его ничего не угрожает. На месте столкновения большого автобуса и маленького человека начали свою работу сотрудники ДПС.